Приезжать в гости к школьникам городского округа – добрая традиция спасателей Щелковского центра гражданской защиты. Так учащиеся 6-й гимназии познакомились с работой спасателей и корги-отрядом «Маруся и друзья». Профессионалы своего дела продемонстрировали школьникам действия при чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, на мероприятии состоялось торжественное вступление директора школы и ее нового питомца в корги-отряд «Маруся и друзья». Благодарность директор школы вручила спасателям торт с изображением их талисмана Маруси. По традиции, школьники поучаствовали в развлекательной эстафете, программу которой подготовили для них спасатели. На разных этапах ребята смогли проявить ловкость, находчивость, скорость и, конечно же, командный дух. Сегодня ребята увидели, как боролись, то есть у них есть желание. И эти эстафеты приносят, я думаю, что пользу. Лучше они будут свою энергию и страсть в таких вот мероприятиях показывать и заниматься полезным делом. То, что посеешь, что пожнешь, мы должны воспитывать надежных защитников нашей Родины. Что мы, в принципе, и делаем. Спортивный праздник, как всегда, прошел на высоте. Все участники, и дети, и взрослые, зарядились отличным настроением. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.